А вам сегодня вы проиграли, но оказали достойное сопротивление. Насколько психологически сложнее играть, когда нет основного вратаря? Честно сказать, это сильно сказывается на игре, потому что основной вратарь, так можно сказать, залог успеха. И сильно настраивались на игру, и так получилось, что пропустили первый гол нелепый. И после этого гола уже психологическое давление пошло. Просто не реализовали свои моменты, которые у нас были. Так бывает, когда вот не идет, вообще не идет. Посмотрим. Сейчас хотим заявить второго вратаря, потому что это не дело вот так без основного вратаря играть. Это очень сильно сказывается на игре. А кроме вратаря еще есть какие-то трансферы, о которых можно сообщить? Да, сейчас хотим подписать после пятого тура у нас правозащитник. Центральный напад у нас хороший будет, потому что имена пока не могу сказать. Потому что я сам точно не знаю их имен, просто сказали, будем подписывать. Ну, потому что вы сами видите, у нас на скамейке запасных два человека сидят, полкоманды нет. Постараемся наладить игру и, иншалла, будем выигрывать. Не, конечно, команда у них в этом году намного сильнее. У них, видно, подвижная команда, и еще плюс у них Расул Гетинов играет постоянно в профессиональный футбол. Он еще их усилил. А, конечно же, у них вратаря не было, да, мы забили быстрых два мяча. Думали, уже игра сделана, но, как видите, они также быстро отыгрались, и все, пошли качели, как говорится. И они нас при счете 3-2 задавили. Но как такого у них и моментов не было, честно сказать. И в первом тайме, и втором. Просто у них, да, у них, возможно, у них вратарь это в этой команде, наверное, процентов 90 команды, я так думаю. Начал играть опорника. Иной раз приходится играть как второго центрального защитника из-за этого. А раньше я играл, как вы помните, всегда под Рустамом. Ну, конечно, и моментов больше было. Ну и так далее. А сейчас получается, как впереди сейчас более молодые ребята, нам надо как-нибудь сзади более, чтобы на ноль играть. А не важно, кто забивает, кто отличается. Главное то, что мы забираем 3 очка, остальное. Для меня лично, допустим, не важно, забью я, отдам я голевую передачу. Для меня главное, что у нас 3 очка будет, вот и все.